Дорогие люди, я Климова Светлана Владимировна, бывший заведующий приютом города Гусь-Хрустальный, который находится на улице Курловская, дом 1. Сейчас волонтер. 21 августа нас с полицией выводят из этого здания, где мы на протяжении многих лет помогали животным, содержали. Сейчас никого нет. Кошки все в стране. Мы прорвались через окно, чтобы помочь той организации, которые отдали этот приют. Они не появляются здесь. Они вчера только приехали, посрезали все замки, закрыли все, заколотили, раскидали корм собакам. Кошкам не заходили, кошки были голодны. Они не появляются. И сейчас поступила информация, что половина приюта собираются усыпить. Этот фонд называется «Помочь может каждый». Помогите, пожалуйста. Они же убьют всех.